Доброе утро, Юля. Доброе утро, девочки. Я сейчас держу экран, чтобы Инстаграм схватил несколько первых кадров горошка. А то у меня всегда на заставке видео вместо нескольких первых кадров какие-то стены, ложки и какие-то вообще непонятные предметы. Дело в том, что потом при сохранении эфира невозможно будет поставить этот кадр, чтобы хоть о чем-то напоминало, что мы сегодня готовим. Доброе утро, Катя. Катя, напиши сразу, пожалуйста. У тебя пальцы, я думаю, свободные сегодня. Напиши, пожалуйста, как называется вот этот ирландский мох. И, ребята, запишите себе, пожалуйста, по-английски. Irish moss. Можешь написать, Катя? У меня пальцы уже в чем-то, в воде или... Так, девочки, все. Думала, что, как говорится, конец нашим эфирам, потому что у нас в Финляндии Господи, как это называется? Называется по-фински это вот Irish Moss. Девочки, перепишите себе, вам это сегодня понадобится. Потому что, когда эфир будет сохранен, этой надписи вы не увидите. Жду Руслана. И давайте делать оливье. Потому что у нас наступает такое время, когда настолько темно, что как свет не выставляй, только если ставить какой-то студийный свет, то можно вы хотя бы что-то увидите на столе. А так ничего не увидите. Значит, думаю, что кто хотел, уже присоединился. Давайте готовить. Хотя у нас который час, господи? Так, 9:03, не, все нормально. Значит, я из тех людей, не которые берут список продуктов, идут в магазин, собирают все и готовят. Я готовлю так, да, когда делаю новые рецепты, например. Или когда какое-то событие и мероприятие, и нужно точно, так скажем, чтобы все было под рукой, чтобы потом не было минутных разочарований. Но что касается дома, я человек очень творческий, и из этого творчества частично... Руслан, привет! Из этого творчества... Руслан, перепиши себе, вот здесь написано наверху, промотай пальчиком, написано Irish Moss, ирландский мох, тебе понадобится. Вот наверху Катя написала прямо над твоим сообщением. В общем, я из тех людей, которые заглядывают в холодильник, смотрят, что у них есть. Например, нужно сегодня было делать оливье. Я прекрасно знала, что у меня полкабачка. Вот нас двое с мужем, да? Вот этот горошек, которому уже 2 недели муж почистил. И это еще последний свежий горошек. Но он уже немножко такой стал... как бы называется, не засахариваться, но поспевать, и в нем появляться стало больше белка, чем там сахаров и всего остального. Вот мы его все думали посадить, я говорю, нет, 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 оставь мне на оливье. То есть я из тех людей, которые заглядывают, например, хотим оливье, заглядываем в холодильник, смотрю, того нет, этого нет, и вот этого тоже нет, давайте фантазировать. Вот у нас сегодня один авокадо, пол кабачка и горошек, и надо из этого что-то слепить. И еще мне вчера, я буду откровенна, было немножко лень искать орехи. У меня маленькая квартира, и все очень плотно упаковано. То есть надо прям, если я лезу за орехами в какое-то отделение, то нужно прям минут на 20 все ящики переставлять. Поэтому я нашла маленькую баночку остатков миндаля, замочила, но подумала, что миндаль, он не очень хорошо сбивается в такую густую массу, которая вот очень вкусна в соусах. Поэтому я замочила к миндалю то, что называется ирландскими водорослями. Ну, то есть деваться некуда, семечек пойти не было времени купить. Поэтому вы на мой рецепт смотрите весьма опосредовательно, опосредованно. То есть вы действуете по своему рецепту и по своему списку, который у вас есть. Но имейте в виду, что когда дома ничего нет, или это сложно достать из закромов,
то мы будем выкручиваться, так скажем, тем, что есть. Потому что у меня дома всегда есть базовый набор продуктов. Вот, например, ирландские водоросли. Сейчас покажу в сухом виде. Это они за ночь, я их вот замочила. Они есть всегда. То есть я уже говорила, я использую их как коллаген. Размачиваю, добавляю в салаты, Господи, во все добавляю. Во все, что только можно. Это вместо того, чтобы колоть себе всякие уколы красоты. Так, а ну-ка фокусируйся, давай, людям прочитать надо. Вот. Irish Moss, видите, написано. Вот это, у нас страна двуязычная. Внизу написано, вверху написано по-фински, внизу по-шведски. И вот стрелочка еще по-английски идет. В общем, всем рекомендую приобрести. Спрашивают, где купить. Давайте я напишу сайт. Перепишите себе тоже. iHerb. Значит, там доставка, по-моему, 40 долларов бесплатная во все концы мира. Поэтому там скооперируйтесь с кем-нибудь, соберитесь вместе и просто купите себе продукты, если для вас 40 долларов много, ну, чтобы доставка была бесплатная. Вот там есть и ТЭФ, там есть и водоросли, там черта в ступе есть. Единственное, что этот сайт, жадные российские производители БАДов хотят, чтобы только они производили БАДы, поэтому они заблокировали этот сайт в России, якобы, что там продаются нелицензионные БАДы. На самом деле это все вранье, они сами производят БАДы, и им просто нужно сдвинуть конкурента с рынка красивой историей. И если вы из России, то просто используйте VPN. Кто не знает, что это такое, посмотрите, пожалуйста. Вот, прям, ребят, записывайте, потому что когда эфир будет сохранен, мы не сможем вам ничем помочь. Используйте VPN. Википедия вам или что там, поисковик, которым вы пользуетесь, в помощь, как говорится. Чтобы зайти на сайт iHerb. Через VPN заходите на iHerb, заказывайте все, что хотите и получаете домой. У меня много друзей в России, и все с iHerb так заказывают и живут припеваючи. Тем, кто живет в других странах, я думаю, что сами разберутся. Давайте готовить. Это знаменитый крокодил. Уже показывала. Крокодилом его называют, потому что он делает вот так. Вот это лезвие сменное. У меня сейчас стоит самая маленькая решетка. Напоминаю, что крокодил – одна из самых опасных приборов на кухне. Вот это лезвие. Если сюда попадет ваш палец, палец ребенка или что-нибудь, то палец упадет вот в эту банку, пошинкованную в капусту. То есть кухня – это не место для игр детей и не место для готовки, когда вы там расстроены, в гневе или в печали, и не место вообще для пребывания. Кухня – самое опасное место в квартире, самое опасное. Прежде всего из-за вот этих шкафов. Я не знаю, кто из вас вот из вот этих вот шкафов. Я не знаю, кто-нибудь из вас бился вот об это головой. Я лично набилась головой столько всяких разных тумбочек и шкафов, что когда у меня будет своя квартира, я сделаю так, чтобы их просто не было. Ну, то есть я придумаю что-нибудь, чтобы можно было обойтись без этого, чтобы мои дети и муж, и я были целы. Давайте готовить. Поэтому не готовьте в состоянии гнева, там, печали, расстройства, злости или еще чего-нибудь, потому что вы пошинкуете себе палец. И у меня есть конкретный пример. На семинаре в Германии одна девушка не пошинковала палец, конечно, в эту баночку, но она нормально его покрошила в клеточку, так скажем. Просто потому, что была невнимательна. Поэтому, если руки растут не из того места, или вы не чувствуете, что вы справитесь, пожалуйста, используйте нож и доску. Это универсальное средство для всего. Начинаем с авокадо.
Почему с авокадо? Потому что вот это остается. Я могу это, в принципе, съесть. Но обычно я это снимаю в миску уже заранее. Руслан, я не знаю, есть ли у тебя авокадо. Это не то чтобы сильно важный и нужный ингредиент в нашей истории. Просто я у себя нашла в холодильнике. Если у тебя нет, начинай крошить, резать мелко огурцы, кабачок. Давайте, кстати, высыпем сразу горошек. Берешь миску и начинаешь тихонечко крошить ножом. Почему я пропускаю прежде всего авокадо в через сетку, сейчас покажу, потому что оно прилипнет. Видите? Оно прилипло. И чтобы оно у нас туда провалилось, нам нужны более твердые предметы, которые мы пропустим вслед за авокадо. Именно поэтому, что бы я ни делала с крокодилом, если в блюде есть авокадо, я всегда всегда начинаю с авокадо. Что у нас? Помните, что авокадо быстро темнеет? И как бы вот работать надо быстро. Тоже режу на половинки, на четвертинки, на троинки. Как вам там удобно? Какой вы хотите, еще один разрезала, какой вы хотите скорость, чтобы было размером. Видите, он провалился. И мне не приходится пальцами выковыривать авокадо из пружин. Руслан, берешь просто и режешь на досочке. Что у тебя там есть сегодня? Неважно, что будет, главное, чтобы был хоть какой-то горошек. Хоть замороженный, хоть какой. Значит, следующее это морковка. Хотела показать вещь, которая поможет морковку чистить быстрее. Я знаю, что практически все хозяйки ей пользуются. Вот это такой нож, вот он так выглядит. И вот так вот у него лифт, люфт такой ходит. Я почему это показываю? Потому что у меня есть тетя, такая очень, в общем, вроде бы продвинутая женщина. И время, которое экономит, в общем, которое деньги есть еще, ну, сколько мне было там 20 лет, 25, 30, я только зарабатывала свои первые деньги, о таких вещах не думала, я думала о выживании. Вот как за квартиру заплатить, как одежду купить, как билет на транспорт купить, чтобы до работы доехать. Но у тети уже в то время было все. И меня удивляло уже тогда, что люди, у которых есть все, не пытаются облегчить свою жизнь. Вот однажды я пришла к тете в гости. Она вот так вот ножом, вот так вот вот, чистила морковку. Ну или вот так вот срезала там, морковку чистила. То есть я когда это увидела, я просто купила ей в Икее этот нож, или в любом хозяйственном магазине он продается. Ну то есть, понимаете, у меня просто нет слов. Но когда ты можешь за 15 секунд почистить морковку ножом. Этим ножом, кстати, можно еще делать всяких разных полно чудес. Или ты там 15 минут возишься с одной морковкой. Я помню еще, когда она чистила морковку, она говорила, как она ее ненавидит. Ну, то есть она больше всего в жизни ненавидит чистить морковку. Ребята, чего ее ненавидеть? Сколько секунд прошло? Я не знаю, прошло ли даже 15. Также помните, что этот рецепт базовый, который сейчас мы с вами делаем. То есть, например, я уже говорила с утра, что у меня в холодильнике обнаружилось, что обнаружилось, а оливье сделать нужно. Я попросила единственное, что у мужа приберечь мне один авокадо, но не съесть его и ничего не делать с этим горошком, так скажем. Я все нарезаю для своего крокодила, вы нарезайте, ребята, сами, как хотите, как вам удобно, как вам вкусно.
Руслан, морковку можешь натереть на терке, если тебе не хочется резать. К сожалению, звуки, ребята, никуда от них не деться. Нет возможности контролировать звуки на прямом эфире. Так, ну это как бы не салат, точнее салат уже вместе с горошком, но нас двое с супругом. Поэтому пойду смотреть, что у нас еще сегодня есть. То есть я вам сейчас показываю, как творчески жить, как творчески выкручиваться. Так, что у нас тут есть? Сливы, я думаю, не очень хорошая идея. А вот сельдерей я нашла. Пару палочек мы сейчас сюда отправим. Он даст хруст огурца. Кстати, еще есть огурец. Вот повезло-то, а. Вот повезло-то. У нас есть огурец, оказывается. У нас, оказывается, есть огурец. Это пойдет в дегидратор. Вот это вот. Для меня это слишком, ну, так себе пожевать. Кстати, вчера опять делала хлеб. Давайте с вами посмотрим, что получилось. Красавчик, иди сюда. Я пытаюсь выявить пропорции для черного хлеба. В этот раз мы сделали их немножко. С вами разламываю первый раз. То есть все честно. Никто это еще не видел. Разламываем и будем смотреть. Опаньки. Понюхаем. Боже. Я сделала его с... То есть получился, ребята. Я сделала его с вот этим вот. Как он? Зира в России или кумин. В иностранных реалиях. Пока в виде лепешек. Буханку не знаю, когда смогу сделать. Вот что получилось. Запах очень вкусный. Кислятины нет, то есть он не успел ферментироваться, а именно подсох. Пробовать не буду, потому что у меня на завтрак был. Ну вот как они получаются. Вот такие прям нарезанный черный хлеб. Муж делал разные, вот которые помельче, они по краям подсохли. Давайте посмотрим, что у более подсохшего внутри. Ну, запах вкусный, структура хлеба, да. Еще, конечно, буду подсушивать в любом случае. Ну, то есть сейчас дегидратор выключим, чтобы вам шума не было. Потому что сделали их потолще, мне кажется, нужно. И попробуем с вами в конце мастер-класса. Я думаю, что манго уже провалится. Давайте посмотрим, возьмет ли крокодил наш сельдерей. Руслан, ты клади все, что у тебя есть там по списку. И присматривайся, что можно сделать еще. Когда дома нет ничего. Прошел сельдерей, хорошо прошел. Давайте огурец. Огурцы обязательно пробую. К сожалению, у нас в Финляндии огурцы кормят всякой гадостью. У фермеров бывает купишь. Есть хорошие фирмы, да, но... Но уже глубокая осень. Потом пробую. Мало ли, откуда они.
огурцами повезло. Просто повезло. Ну, это уже салат, да. То есть вдвоем с супругом еще будет семечковый соус, еще у нас тут горошек. Как бы справимся. Думаю, что цветную капусту сюда не нужно. Хотя и она пошла бы в ход. Вот нашла несколько у нас кочешков. И она пошла бы в ход, если бы дома не было, например, огурцов. По опыту, чем больше авокадо, так что если вам удалось где-то купить авокадо, это просто прекрасно. У нас дело в том, что единственное, что есть в Финляндии всегда, в любых количествах и хорошем качестве, это авокадо. Поэтому мы до сих пор с супругом здесь, и поэтому мы выжили, так скажем. Потому что в противном случае выжить было бы нереально. Ну, то есть многим кажется, что авокадо это роскошь, да. Это роскошь, если у вас, кроме авокадо, в вашей стране. Вот я, например, приезжаю в Россию. Господи боже, даже в самом захудалом районе, где мы иногда снимаем квартиру, чтобы не сталкиваться с людьми и в толпах не жить, так скажем, в центре города. Я уже говорила вам, что я так готовлю, что после меня кухня оставалась чистой. У нас с супругом такое правило. То есть ты приготовил, одновременно моешь посуду и убираешь. Есть исключения, но они очень редкие. Поэтому, когда мы садимся за стол, у нас все чисто. То есть у нас нет такого, что мы поели, оглядываемся, там все завалено непонятно чем. Так, я сейчас авокадо припрячу другими овощами. Почему? Потому что сначала вообще-то надо делать соус. Я уже подумала, когда резала авокадо, что я-то в такой последовательности сама не делаю, потому что авокадо быстро темнеет. Но мы с вами быстро сделаем соус. То есть авокадо нужно чем-то покрыть, чтобы... прекратился доступ кислорода. Кислорода нет, окисления не будет. Поэтому давайте работать быстро. Так, какой уже блендер взять, с чем поиграть? Сделаю-ка я... У меня маленький объем всего, хотя я не уверена. Я сделаю в слабом блендере, потому что у вас, скорее всего, тоже слабые. Не у всех, но в основном люди. Давайте не буду я себе фантазировать, что у всех тут блендеры, какие они хотят. Поэтому я сделаю с вами в слабом блендере, чтобы показать, что даже в слабом блендере можно получить очень хороший результат. Я хотела сначала делать в этой чашке, ну то есть она закрывается сверху и уже не открывается. И вот так мы будем блендерить. Это у меня отдельная чашка. Но я сделаю в большом, потому что хочу попробовать в этот раз добавить миндаль. Мы сделали свежевыжатое тыквенное масло. Это слабый блендер, которому столько много лет, что... Я даже потеряла счет. Не знаю, 10 или 15, уже сложно сказать. То есть мы посмотрим. Хлеб с кориандром. Да, Катя, кстати, я думала добавить кинзу, но не решилась в этот раз, потому что я выверяла пропорции. Вот, кориандр, кинза. Кто не знает, кто знает. Значит, в следующий раз я положу кумин и кориандр вместе. Я выверяла пропорции, решила не тратить специи, потому что у меня не было уверенности, что... Не было уверенности, что получится.
И пришлось бы выбросить специи. Да, с кориандром, да, правильно, идея. Ну что, давайте. Руслан, моем семечки, орешки, что там у тебя? Засыпаешь в самую маленькую. Вот такие шкурки попадаются. Лично я ничего плохого в них не вижу. Можно сейчас выбросить, но я не буду. Я, кстати, миндаль очищаю очень редко. Это очищенный миндаль, скорее всего, был супругом сделан для каких-то. Одну секундочку. Для каких-то у нас важных рецептов, где нужны именно очищенные миндали, чтобы все хорошо было. Я сейчас буду. Я промыла ирландские водоросли. Вот добавлять буду понемногу, потому что они дают сильный гель. Если так можно сказать. То есть посмотрю, что будет. Руслан, ты клади по рецепту все, что нужно у тебя там. Что перечислено, то и клади. Чеснок. Я сегодня ограничена в вариантах, что класть в соус, потому что соус будет также супруг. Он не ест острое, не сильно острое такое, беспредельно острое. Так, что у нас там? Чеснок. Нам нужен будет лимон. Это не то чтобы сильно обязательно лимон, например, лимонный сок, но нам здесь, знаете, в Финляндии, как говорится, что есть: лимончик, авокадо, жмите все, что есть, если хотите хоть каких-то витаминов, когда нет солнца и когда на улице непроглядное непонятно что. Вам рекомендую все это делать по вашему вкусу, потому что кому-то, например, понравятся специи понравятся специи внутри, например, вот итальянские травы очень хорошего качества, вот производитель, не знаю, у вас есть вот этот уртекрам, очень хорошего качества, то есть прям собрано просто руками. Это итальянские травы. Это вот этого же производителя каджунская смесь. Пахнет, знаете, как не гарам масала, а может и как гарам масала. Перцы всякие разные. Я когда себе делаю, я прямо совсем экспериментирую. Ну просто совсем. Еще нашла такую вещь. Мне, например, нужен был вот этот красненький перец. Видите, красный. Это недозрелый там зеленый или какой-то перец. Вообще-то перцем не то, что сильно считается. Я не знаю, даже острый он или нет. Его цена 59 евро за килограмм в Финляндии. А, например, вот эта баночка, где смесь перцев этих всяких разных, 37 евро за килограмм. Разница чуть ли не в 20 евро. Но я не стала ерундой заниматься, просто купила эту баночку и вытащила. Нам не нужно было несколько горошин этого красного перца.
вытащила его для рецепта. И с удовольствием использую вот смесь. Тут кориандр, я так понимаю, черный перец. Вот это перец All Spices, по-моему, называется по-английски. Но вот я не знаю, как он, перец с горошком, что ли, называется. Вот что тут, что тут. В общем, всякие разные. Черный перец. Очень интересная штука. Еще хотела сказать, что в следующий раз мы будем с вами, скорее всего, делать приправы. Вот научимся делать это чудо. Я подумаю, что можно делать. Это чудо научимся делать. Это сушеный лук, мак, что дома завалялось, кунжут, как говорится, пристроить. Вот это, если всыпете во все блюда, ну просто во все, например, овощи приготовили, если вы их готовите. Мы, например, покупаем бобы такие жесткие, мы их немножко на пару под, ну так скажем, подоживляем, потому что их просто не разгрызть. И вот если этим посыпать, лук становится мягким, но чуть ли не растворяется. И получается у вас такая сладкая посыпка. В общем, обратила внимание, что специями многие не умеют пользоваться. Так, давайте делать. Что же нам с этим-то придумать? Воды, понятно, да. Соль, да. Соль, да. Соль, супруг не будет против. Будем аккуратно экспериментировать. И еще сюда пойдет немного меда. Много меда, ребята, это не тема для того, чтобы вы экспериментировали этим. Ну, то есть орехи и мед это спорное сочетание, кому как. Поэтому я аккуратно, легонько балансирую вкус без фанатизма. Так, ну что, вода, мы будем пробовать, как оживлять это дальше. Это у меня так. Добить-то мне это нечем будет. Не многовато ли я, не погорячилась ли я? Я вам рассказываю, как я исправляю ситуацию. Так, там еще и лимонный сок. Но мы немного сольем. Не будем хулиганить. Не будем хулиганить, если что, лимонного сока добавим. Потому что готовка – это вот сеть таких экспериментов. Ой, ее перелила, ой, пересолила, ой, еще что-то сделала. Да, хорошо готовить по рецептам, и я говорю, готовлю, но не могу сказать, что часто этим занимаюсь. В основном это все творчество. И так и получился у нас черный хлеб. Кстати, это еще и немножко наказание для меня, этот черный хлеб, потому что готовила я его вот в таком же порыве. Есть там 15 минут после окончания там встречи мужа и выхода на йогу. Давайте-ка сделаем хлеб. И начинаешь там перемалывать муку, этот теф, кидать туда в любых пропорциях все, что у тебя лежит дома, начинаешь хватать. Раз, получился. А потом, ой, как же я это делала? Да, какое соотношение, например, было псиллиума и тефа? Так, что же делать, господи? Я вчера 1,5 часа провела на граммовках. И все равно я думаю, что я буду переделывать граммовки, потому что псиллиума нужно больше. Больше нужно псиллиума. Он должен блестеть сверху на корочке. Вот что должно быть. Иначе он не высыхает изнутри хлеб. Достаточно. Поэтому ваш выбор, как относиться к граммовкам. Как вы храните лимоны? Я вот такую штуку себе купила. Вот есть еще такой лук, есть такой там чеснок. Но потому что лук отрезаешь, нужно в каком-то стекле хранить. Пластик у меня весь пропитывается. Потом не отмыть, если пластиковую баночку используем. И весь холодильник пахнет. Так что, надеюсь, у вас есть такие штуки где-то. Или стеклянные банки, или пластиковые, если вас не беспокоит запах потом. Но если это оставить без банки, сами знаете, что будет. Итак, ребята, я постараюсь это убрать от вас, чтобы хоть чуть-чуть было видно. Потому что будет шумно. С шумом мне ничего не сделать. Вот. Хотя тут есть такая штука, называется микрофон. Знаете, я сейчас что сделаю?
Давно хотела попробовать. Я просто выключу сначала микрофон и включу блендер. Вы мне потом скажете, был звук или нет. Напишите, пожалуйста, лимоны можно хранить в коробке на полу в кухне. Да, Катюша, если пол не подогревается. У нас, например, в Финляндии в этом доме нет батарей и подогревается пол. Я думаю, что если лимоны хранить на таком полу, то все. Отлично, блендер не слышно. Ребята, мы с вами нашли классную вещь. Короче, если вы нажать на этот микрофончик во время эфира, там под завершить эфир крестиком есть микрофончик. Отлично, просто отлично. Теперь никто не будет бояться и пугаться. Давайте пробовать, что у нас есть. Что у нас тут есть? Что получилось? Ну да, стал разбиваться миндаль. Семечки хорошо разбиваются, вот миндаль. Но видите, еще больше много комков. Сейчас попробуем. А на вкус просто божественно. Как я так попала сразу-то во вкус? Вообще, ребята, я удивляюсь, я вот для вас эфиры делаю. Я во вкус, когда готовлю сама, не попадаю никогда. Сейчас я делаю эфиры. Вот все эфиры, что были, я попадаю во вкус 100% с первого раза. Ну, может быть, что-то там надо добавить. Так. Давайте посмотрим, что у нас по водорослям. Дали ли они какой-то гель? Да, они дают загуститель. Но я думаю, что я брошу все оставшиеся водоросли, потому что они как раз дадут такую же самую консистенцию. Значит, что это такое, ирландские водоросли? Купите на iHerb, уже написала. Они должны быть дома как источник коллагена, ну, чтобы не колоть всякие себе ботоксы, шмоксы, чего там себе колете. Надеюсь, вы ничего не колете, но неадекватных людей очень много. Точнее, не неадекватных, а необразованных. Вот этот ирландский водоросли добавить, если его во все блюда, то это будет источник коллагена вашей молодости и красоты, чтобы была кожа не как старая перчатка, а как молодая и красивая девушка всегда вы были. Так, давайте включать, делать дальше. Значит, это называется карраген. То есть эти водоросли дают густую гель, желе, такой желе при взбивании. И вообще, если взбить с водой, то это получается такая безвкусная желтая масса, которую добавляют в торты, вместо того, чтобы добавлять туда всякое масло. Его используют очень много в нашей малоадекватной промышленности пищевой. Он так и называется карраген. Но они используют химический карраген, искусственный. Это прям реально очень опасно. Вот вам источник натурального карагена. И вообще многие водоросли являются источником вот этой вот штуки. Мы с вами, когда будем делать мисо-суп, поговорим. Сейчас выключаю микрофончик. Давайте взобьем это до конца.
Так, смотрим, что тут у нас. Ух ты! В общем, этот караген от ирландские водоросли, они не изменяют вкус блюда. У меня они разбили здесь не все, но они дали божественно. Они дают орехам гелеобразную массу. Видите? Я буду продолжать взбивать. Мне нужно, чтобы разбились все ирландские водоросли. Напомню, что это блендер сильно маломощный, 1200 ватт. Если бы был блендер мощнее, мы бы сделали с вами это буквально за одну минуту. Но давайте взбивать теми возможностями, которые есть у большинства из вас. Просто продолжим это. Давайте смотреть. Вообще, хоть... Ох ты! Вообще, такой консистенции без ирландских водорослей не добиться от миндаля. Миндаль очень твердый орех. Вкусно до чего? Знаете, на что похож? На йогурт. Вообще, эта идея... Я, наверное, возьму миндаль, сделаю его с этим карагеном. И у меня есть такие штучки. Сделаю-ка я из него йогурт. Это такие капсулы. Их тоже можно купить на iHerb. Просто напишите там молочнокислые пробиотики. Напишите пробиотики. В общем, это такие капсулы, видите, она открывается, вот тут открывается, раздирается вот так вот, вот у меня не видно, открывается вот так, я сейчас открывать не буду, хотя он успеет дать пробиотик, но тогда мы не сможем это съесть, потому что, извините, нам в 2 часа на йогу. Два часа на йогу, это начнется мощное бактериальное
внутри хождения, внутри желудка, то есть они начнут заселять пищевод, там, этот желудок, вытеснять там всякие патогенные бактерии, начнутся размножаться сами. То есть как бы нам, извините за выражение, я просто прямо скажу, не устроить бы газовую атаку на йоге. Так хочется бросить, чтобы посмотреть, получится йогурт через час или нет. Но я этого делать не буду. Не буду я этого делать. Не сегодня. В общем, это я купила у себя в магазине. Я думаю, в аптеках в России тоже полно. Состав. Что тут состав? Состав. Значит, какая-то рисовая мука. Капсула написана, растворяется, но я из нее всегда достаю. И молочные бактерии. В общем, смотрите состав внимательно. Нужно не вляпаться в какие-нибудь гадости, ненужные нам штуки. Короче, я сейчас еще буду продолжать взбивать, потому что я хочу, чтобы ложка стояла. В общем, этот караген, вот видите, там некоторые остались еще штучки у него. Но мы его добьем сегодня, так скажем. Еще подождем, еще взобьем. Посмотрим, что получится. У меня эти ирландские водоросли, которые я вам показывала, это их разновидность. На самом деле их очень много. Они бывают вот такого размера. Не видно. Вот такого. У меня вообще надерганы какие-то верхушки с каких-то водорослей. Наверное, они хотели красоту нам здесь продать в Финляндии. Предыдущие водоросли это были такие длинные нитки, просто водорослей настоящих. Вот они взбивались в гель за секунду, где ложка стояла. А здесь надо прям потрудиться. Ребят, давайте продолжим взбивать. Сегодня времени не очень много у меня. Бог ты мой. Очень вкусно. В общем, он вот так вот загустевает. Не знаю, ребят, стоит ли продолжать это взбивание. Сколько у нас уже времени-то? Нам с вами еще вопросы надо ответить. Хотя я смотрю, люди сегодня опытные, вопросов сегодня немного. 9:51. У меня в 10:15 у нас уже рабочая встреча с нашими монтажниками. Давайте-ка я все-таки его еще повзбиваю.
Боюсь, у меня супруг сегодня не выспится под шум блендера. Так, смотрим. Ребята, это очень вкусно. И я считаю, что эти ирландские водоросли, у меня аж кувшин нагрелся, должны быть на столе вообще каждого человека. Кладите их в любые соусы. Они, вот Катя спрашивает, не меняют вообще, просто не меняют вкус никак. Но это источник вам молодости вашей кожи. То есть я думаю, что все. Руслан, стоят они недорого. Если хочешь, объединись с нашими ребятами. Они тебе потом в Украину отправят твои ирландские водоросли, если хочешь быть молодым и красивым все время. Ну что, самая приятная часть. Боже, как же ты, какой же ты вкусный. Балансируем вкус. Это слово вы уже знаете. Мне прям сильно не хватает соли. С сельдереем он получился интересный вкус. Почему я раньше не делала? Знаете, он сильно освежил салат. Я думаю, даже сюда еще можно фенхель добавлять. У нас фенхель продается такими, ну, как бы, как клубень, что ли, как он там называется. Вот этот соус, конечно, получился просто... У меня нет слов, насколько он вкусный. Я буду с вами откровенна, у меня больная тема соусы. Просто потому, что они у меня не всегда получаются, точнее, почти никогда. Мы его сейчас с другими блюдами будем использовать тоже. Хочу, чтобы Гриша попробовал. За что не люблю старые блендеры, вот это нельзя мыть в посудомойке все, потому что детали ржавеют, делали тогда еще не очень хорошо, и приходится ручная работа, которую я не сильно люблю в связи с отсутствием времени. Но, слава богу, чехол можно мыть. Итак, ребята, это уезжает на другие салаты, другие всякие разные вкусные вещи. Значит, что... Туда можно было бы вполне добавить кокос к этим орехам. Прямо вот так с кожурой. В следующий раз и накрашу, и сделаю с коллагеном. Посмотрю, что получится. Будет кокосовый соус. Но у нас есть с вами еще одна хитрость. Так, это мы... Салатик, ты прекрасен. Кстати, соль я добавила зря. Сейчас объясню, почему. Когда балансируешь вкус, надо думать головой. Смотрите, что у нас есть. Мы с вами квасили это в прошлый раз. За то, что у нас там рецепт.
У нас тут по рецепту, если помните, мы по рецепту говорим, мы квасили. И по рецепту у нас еще там были огурцы или какие-то квашеные овощи. Мужу капуста вот это не понравилось. Ну, там немного специй. Может быть, специи не понравились, которые я кладу. Он вчера прикладывался вот к этой баночке. Значит, ребята, этой капусте 1 год. Ну, хорошо, 8-9 месяцев, чтобы вас не пугать. Это я к тому, если ее правильно заквасить и хорошо сделать, посмотрите, там острый перец, там чеснок огромными дольками. Я сейчас ее попробую. Поэтому он откопал в холодильнике банки капусты, которая уже год. Что там с ней у нас? Боже! Как вкусно! Я думала, это нельзя есть, мы не выживем. Ничего подобного. Вы представляете, сколько они сохраняются, эти овощи? Вот просто ради идеи. Для меня, честно говоря, это шок. Мы эту банку просто забыли. Так, перец, иди сюда. Давай тебя отрежем и укусим. Посмотрим, что с тобой случилось через год. Спустя год, что с тобой произошло? Боже, как это вкусно! В общем, мой муж острое не ест, но почему-то ему не зашла вот эта капуста. Не знаю почему, мне очень понравилось. Он даже ел мою острую вчера, которой год. Боже! Интересно, сильно ли острая она здесь, потому что нам надо что-то добавить в оливье. Я сделаю так. Оставлю ему эту капусту, который год. Можете себе представить? Но тут, как, господи, корешки, корешок сельдерея, корень его такой. Корень сельдерея так и называется. Здесь корень петрушки. Вот видите, чеснок. Ничего с ним не стало. В смысле, она просто прекрасна. То есть, если правильно квасить, то это стоит годами и становится только лучше. А вот соус, который мы в прошлый раз сделали из макадамии, вот он. Я его сейчас вылью. Мне не понравилась горчинка, которая в нем вот сложилась. И не понравилась вот эта вода. Я думаю, что... Нет, он прекрасен, как бы, но я такой человек, что мне нужно прям, чтобы... Ну, было так вкусно, что за уши не оттащишь. А это как бы можно есть вкусно, но не настолько, как могло бы быть. Поэтому это поедет соус гулять, потому что у нас есть теперь вот эта красота. Из ирландских водорослей и миндаля, который никогда не разбивается в соус, вообще никогда, если его разбивать. Там все равно будут крупинки, каким бы витамиксом ты его не месил. Может быть, у вас свой опыт, и это будет здорово, поделитесь. Смогли ли вы хоть раз разбить миндаль? Давайте пробовать. Посмотрим. Много я пробовать не смогу, потому что у нас сегодня йога, и нам не нужно всяких ненужных, некрасивых ситуаций, так скажем. Поэтому я чуть-чуть положу. У меня нет соленых огурцов, у вас они, наверное, есть, и у вас все хорошо. У меня есть, простите, есть то, что мы с вами заквасили. И вот на этом квасе я уже делаю, на квасе от кабачков, которые были в прошлый раз, у меня закончился. Сделала суп последний, и вот это пойдет в супы сыроедные. Это самое вкусное, ну, по моему мнению, что можно сделать.
Давайте посмотрим, что у нас вместо соленых огурцов. Руслан, у тебя, наверное, солененькие огурцы, и все у тебя хорошо. У нас только вот так. Оливье с квашеной капустой. Знаете, оно и так вкусное, но квашеная капуста дает оттенок. Причем оттенок прекрасный. Все-таки туда нужно что-то солененькое. Я подумала, что обойдемся. Сейчас попробую без. Знаете, и без хорошо, но вот это соленые огурцы, что-то соленое дает, что-то трудно объяснимо, нереально прекрасное. Я думаю, что здесь нужно что-то соленое. Ребята, итак, давайте на эту красоту посмотрим. На сегодня все. Соусы показала. С ирландскими водорослями это будет следующий уровень. Я думаю, что в соус такой ореховый можно также бросить семечки льна, перемолотые или цельные. Они все равно перемелются. И будет такой же эффект. Добавить вместо водорослей. Можно также семена чия. Они тоже дадут такой эффект. Чия, думаю, есть, Руслан, у тебя в любом магазине. Ты не смотри на цену, ты там купишь 100 грамм. Тебе эти 100 грамм на год хватит с нашими рецептами. Ребят, на сегодня все. Давайте вопросы. Сколько у нас тут? Через буквально все. Я еще 2-3 минуты и все. Так, шикарно у меня получилось. Ребята, есть чат «Сыроеды Финляндии» в Телеграм. Прошу вас, присылайте туда, что у вас получилось. Потому что, когда я это вижу, я понимаю, куда дальше корректировать мастер-классы и что делать еще для вас можно. Например, когда увидела, что мы отработали борщ, я поняла, что нет смысла возвращаться больше именно к борщу. Мы будем с вами делать другие супы. Здорово, что у вас хорошо получилось. Напишите, пожалуйста, сейчас, что у вас в соусе было. Там, да, пастернак можно. Напишите, что у вас в соусе было. Мне интересны, ребят, соусы, потому что, как я сказала, мне надо учиться делать соусы. Так, давайте. Девочки, напишите, что у вас в соусах было. Например, перечислите просто там семечки, лимон, что там. Или, знаете, сделайте просто фотографию, не торопитесь сейчас. Я вот с этого сейчас сделаю фотографию. Не будем это есть прямо сию секунду. И в чат «Сыроеды Финляндии», там под любым постом есть кнопка «Прокомментировать». Например, вы найдите пост «Мастер-класс по Оливье». Нажмите кнопку «Прокомментировать», и там ваши все фотографии я увижу, они соберутся. Ребята, рада была всех видеть. Смотрю, что вопросов не очень много. На что могла, уже ответила. Микрофон. Русланчик, что микрофон? С микрофоном плохо, да? Без микрофона плохо. Я без микрофона работаю, потому что это дает небольшую свободу ходить по кухне. Но если ты считаешь, что плохой звук, я смогу и микрофон при прикреплять. Ребята, хорошего всем дня, всем вкусного оливье. Господи, так, смотри, вопросы сколько у вас. Всем добренькое. Россияне, кто в разумном человечестве, я смотрю, здесь вас сегодня много. Соберите вы себе эту посылку, какую-то общественную, там. Ой, годовая капусточка начала прочистку систем. $40 бесплатная доставка. Вы просто сможете... Сейчас еще вот так сделаю, потому что мне нужно... Там пойдет заставка на видео. Посмотрим это Оливье еще поближе. Он сейчас сделает фотографии Инстаграма, потом я смогу ее на заставку сделать. Хлеб с кориандром, да. Кстати, ребята, уже попробовать можно хлеб. Так, потом уберем.
Давайте-ка попробуем хлеб. Значит, один я надломила вчера. Вот он. Ох ты, красавчик. Авокадо нет, тебя пробовать. Давайте попробуем так. Я думаю, что я увеличу количество псиллиума. Я сейчас поставлю его на просушку дополнительную. Когда придем с йоги, это будет там 4-5 час, посмотрю, как он досох. Дело в том, что если псиллиума было бы больше, он бы уже был сухой. Он слишком влажноватый внутри. Хотя он, это действительно уже черный хлеб, и он очень вкусный. Прям настоящий черный хлеб. Но я хочу довести до состояния, как я сделала первый хлеб, чтобы он внутри был прям сухой. Влажноватый еще, к пальцам липнет. Не должен к пальцам липнуть. Видите, к пальцам липнет. Так, Лена, это углеводы, а у тебя белковый соус. Давай положи все это. Не надо есть. Ребята, всем хорошего дня. Была рада вас видеть. На вопросы сегодня, если есть какие, уже ответила. Так отвечать голосом вживую не получится, потому что у меня собрание. Сейчас буквально. Руслан, ты хоть напиши, у тебя получился оливье? Я ж вся прям сгораю от нетерпения. Семечки в соусе. Семечки, кстати, получается самый вкусный соус. Семечки дают такой, знаете, сероватый цвет у соуса. Вы его не бойтесь. Привыкайте в натуральной еде, в сырой. Не надо ассоциировать этот серый цвет соуса с непонятно чем. Просто привыкайте к таким вещам. Например, на сыроедении, когда организм очищается, одним из самых интересных вкусов готовки и вообще, 12 минут, через 3 минуты, является горький вкус. Многие из вас там, ой-ой-ой, горький вкус, я не хочу. Знаете, Богу, да, Вика, вижу, Богу все равно, чего вы хотите. Надо жить просто правильной жизнью. Вот, например, каждый день горькие травы. Прям реально горькие. Не чуть-чуть горькие, а вот прям совсем горькие. Утром завариваем, вечером пьем. Лучше пить вот это, иметь чистое тело, чистый разум, чем получать горечь от жизни в виде всяких болезней и всяких других неприятных вещей. Ребята, всем пока, хорошего дня. Пишите... Руслан пишет, да как же иначе? Надеюсь, получился у тебя. Пришлите, пожалуйста, ваши фотографии в сыроеда Финляндии. Под постом об этом мастер-классе нажимайте кнопочку «Прокомментировать». Пришлите, что у вас получилось. Ребят, всем пока. Я уже совсем не могу. Все, рада была вас видеть. И там же в комментариях напишите, что делаем в следующий раз.